Такой шум сейчас во всех котельных города. Они работают почти на полную мощность. Даже в сильные холода температура в домах не должна опускаться. Здесь делается все, чтобы батареи были горячими. Наш температурный график зависит от температуры наружного воздуха. Если понижение, холодно на улице, мы принимаем меры, повышаем температуру, нагружаем котлы, чтобы было тепло. Для школьников младших классов вся эта неделя внеплановые каникулы. Всему виной столбик термометра. Впрочем, это не значит, что домашнюю работу им делать не придется. Задания учителя размещают на школьных сайтах. Ну а если отважная детвора все же добралась до школы, для них проводят индивидуальные уроки. Ребята, которые пришли, вот один человек, два человека, три человека, занимаются в классе в обычном режиме. Уроки идут по расписанию, они получают индивидуальные задания или консультации. И находятся в школе в то же время, как и положено. А вот кому в эти дни действительно нелегко, так это бездомным. Чтобы как-то облегчить их участь, на привокзальной площади стоит специальный автобус от социальных служб. По ночам здесь можно погреться и поесть горячей пищи. А как, холодно, наверное, без вали? Конечно, ты что, сынок, и там холодно, и тут холодно. Самый ходовой товар на центральном рынке в эти дни – валенки. Может, и не очень стильно, зато тепло и недорого. Русская национальная обувь. Вполне себя комфортно, можно весь день в тонком носке чувствовать вот здесь. Даже в минус 25, даже в минус 30. У других прилавков обычно бойкая торговля замерла. Когда на улице минус 25, долгие разгуливания между рядами развлечения не самые приятные, потому на рынок приходят лишь за самым необходимым. Ну, когда градусов 13-15, то народ шевелится лучше, больше ходит. Все бегут, стараются быстрее домой. Или в машины сесть. По сообщениям синоптиков, потепления на этой неделе ждать не приходится. Морозы, как и все неудобства с ними связанные, придется перетерпеть. Немного успокаивает только то, что оренбуржцы в своей борьбе с холодами не одиноко. Вместе с нами стынет вся страна. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время.